Євгеній, ну, будь ласка, сьогодні незвичного амплуа. Як так сталося? Чи вперше це, або вже грали, є досвід, навички такі голкіпера? Как так случилось, так как случилось, потому что наш вратарь основной заболел. Пришлось, конечно, в авральном порядке меня находить, как это. Опыт у меня был еще, как бытность мою игроком второй лиги горняка спорта. Довелось мне 30 минут против Олимпика проиграть. Правда, тот матч мы проиграли, это 4-0. Но я тогда тоже не пропустил, в принципе, сыграл за 1-0. Но сегодня, ну, я думаю, это больше не моя заслуга. Это больше ребят, которые за меня сражались, бились, которые не давали, в принципе, создать ничего с командой соперником. Поэтому, ну, приятно, что победить, на ноль сыграть, это все-таки здорово. Так что все хорошо. Так уж на ноль сыграл. Ну, тогда тоже не пропустил, но тогда проиграли 4-0. Но уже остановился на ворота, когда уже 4-0 был счет, и полчаса тогда еще, да, стоял. Ну, дрожу не было на початку. В принципе, нет, такого нет. Ну, единственное, там. Хотя переживал, ну, немножко переживал все-таки. Хотелось победить, потому что мы идем, в принципе, боремся за первое место. Эта победа позволит нам подняться то на первое место. И нас от... Шаг от нас остался, и, в принципе, мы должны быть победителями в своей группе. Поэтому... Кілька сейвів було, були важкі удари сьогодні. Ну да, там в первом тайме штрафной такой, конечно, мне это тяжело было сложиться. И, в принципе, в конце так. А так, в принципе, я же говорю, за счет благодаря ребятам, в принципе, работы такой, как у меня, не было. Будь ласка, сьогодні така перемога, ваші враження, непростий матч був, ну і гола труднощів. Головне було, що голкіпер зіграв на нуль сьогодні. Ну, звісно, у нас була задача поставлена, щоб наситили центр поля, щоб не давали бити по воротам, тому що у нас такі проблеми з вратарем произошло, що Саня заболів скорик, і пришлось блеснути. Ми розкрили вратаря, я так розумію. Ну, ребята молодці, виповнили все, що ми їх просили. Все, ну, практически там, да, бывают же ошибки, это ясно, футбол без ошибок. А так они и сражались, и по игре, по тактическим установкам они все выполнили, молодцы. Я их хочу поздравить с победой, они заслуженно выиграли, и все прошло, то, что мы хотели, как бы оставляли Якубовского впереди, у него хорошая скорость, и... Опять же, насытили центр поля, и они, мы, в принципе, не давали там ни бить, ничего. Молодцы, справились со всем. Хотя, ну, переживания большие были, потому что все-таки нет вратаря. И Станиславович как бы не тренировался, ничего не пробовал. Ну, решили поставить. И он сам как бы говорит, ну, я буду. И отстоял, я хочу сказать, на пятерочку по пятибалльной. Мы раскрыли. 40 лет вратаря. Так что так. Спасибо болельщикам большое. Пришли. Фан-сектор наш пришли нас поддержать. Очень приятно. Ребятам было очень приятно. Было видно, что они заряжены. И не только фан-сектору, но и болельщикам. Всем всегда у нас приходят и родители детей. И приходите еще, кто может, у кого есть время и кто любит футбол. Болейте. Это все-таки команда, это будущее нашей школы, которая будет выпускаться, сразу переходить как бы в Горняк Спорт 2. Так что всех с победой!